Давай пока синий. Какой-то, прикинь, сейчас вот этот толпок, он туда. Вот туда. Ой, я вылез туда. Ну, одна часть пошла на ту сторону. Да, дождь с утра прошел, не испугал людей. Это 100% самый крупный городской неалкогольный праздник. Да, в общем-то, сомневаюсь, что на Новый год такое количество людей на площади Свободы собирается. Да, это с учетом того, что с утра прошел приличненький дождик, и наверняка кого-то отпугнул. Велосипед звучит как у меня. Велодень в этом году называется маскарад, но в принципе на каждый велодень люди приходят в довольно забавных костюмах.
город перекрыли, трассы перекрыли. На прошлый его день собиралось более 10 тысяч, в этот раз, наверное, еще побольше. Удлинили трассу почти 10 километров, потому как получалось, когда голова колонны уже заезжала обратно на площадь, хвост колонны еще не выезжал с площади Свободы. Но сегодняшней трассы должно хватить.